Всем привет! Сегодня хотел поделиться таким печальным опытом. Приобреталась данная еда в финском магазине. Это что-то вроде каши с гуляшом. Вот сегодня время дошло разогреть. Это не то, что можно назвать какой-то человеческой едой. Это даже грустно предложить собаке. Имеет очень специфический запах. На самом деле на любителя. Так что кто ездит в Финляндию, не рекомендую покупать данные вот салатики.